Всем привет, с вами Дагуд, это StarCraft Remastered, я нахожусь на базе Джейкоб. Вы были отстранены и от должности магистра. Ожидаемо, да, ожидаемо, меня выкинули из власти. Вашей связи с сынами Кархала. Получено новое сообщение. Здорово. Здорово. Ребятки Арктура сняли меня с тюремного корабля. Конфедератов они хорошо выглядишь, класс, не больше кстати. Вашего. Репутация у них не очень, но дело свое они знают. Кстати, Арктур хочет с тобой потолковать. Командир. Как-то вот это вот фон мне напоминает сталкера. Не сталкера, а метро. Силы конфедерации покидают планету. И мы должны какой-то бункер такой подземный. Однако у меня здесь осталось еще одно дело. Мне нужно, чтобы вы напали на заставу конфедерации. Ну, конечно. И похитили все документы и чертежи оружия, которые сможете найти в их сети. Учитывая суматоху при эвакуации, вы не встретите особого сопротивления. Ну, окей. Не вопрос. Ну, в общем, украсть данные из внутренней сети конфедерации необходимо. Я погнал. Да, помню эти миссии. Просто побегать по карте, убивать пацанов. Поддать жару. Как вы выглядите классно. Зажжем. Блин, ну реально. Зажжем. Как было. Естественно. Ну, было тоже прикольно, на самом деле. Зажжем. Но сейчас просто не шикарно. Вопрос. Так, Рейнер стал уже у меня не мшинкой, а пацаном, да? Жирным. Ну давай, дядя. Поддать жару. Это Джимми. Можно попробовать. Вперед. Вот так. Я думал, что не хочешь открываться. Райнер на связи. Да. Я всегда готов. Ты молодец. Неплохо. Можно попробовать. Вперед. Звучит неплохо. О, да. Интересно, можно по идее попробовать. Рейнер убить можно просто симуляторами. Вперед. О, да. Это надо просто убивать, да, своих же. Да что же люди? Это же не зерги. Эх, захватить бы кого-нибудь. Всегда было непонятно, что за кранник такой, что за конструкция. Сейчас хоть дали возможность рассмотреть. Тоже прикольно. Можно попробовать. О, да. Можно попробовать. Ты болтаешь много. Поддать жару. Зажигаем. Это Джимми. Звучит неплохо. Вперед. Звучит неплохо. Можно попробовать. О, да. Да, сопротивления пока вообще особо никакого. Вперед. Звучит неплохо. Вперед. Звучит неплохо. О, да. Эх, была бы ТРПГ, можно было бы там побегать, поубивать пацанов, набить опыта, они сильнее становились бы. Выжившие. Вперед. Можно попробовать. Вперед. Можно попробовать. Вперед. Звучит неплохо. Что там пробовать? Иди давай. Можно попробовать. Гори синим пламенем. Ну, прикольно, он как базу воспринимает, это мисяк. Слушаю тебя. О, я когда-то успел... А, не успел. Все здесь. Звучит. Думал, что я успел кого-то тут, да, потерять. Звучит неплохо. О, да. Можно попробовать. Вперед. О, да. Можно попробовать. Звучит неплохо. О, да. Можно попробовать. Вперед. Звучит неплохо. Можно попробовать. О, да. Так где все? Звучит, ну, аж неплохо. Интересно так. О, видимо, да. Я обошел основных противников. Вперед. Дверь заперта. Да.
Звучит. Нет, нельзя неплохо. Зверей выпустить. Да. Быстро тебя убили, быстренько. Не вопрос. Сожжем. Черт, вы повстанцы. Не вопрос. Уже бегу. Тимо, из зергов прибить, и зверей всяких. Не вопрос. Сожжем. Клево. Зерги. Глазам своим не верю. Придется. Я сам видел зергов в укрепленных камерах конфедерации еще за год до этого. Как животные выглядели раньше. Очевидно, что конфедераты с ними знакомы, причем уже давно. Возможно, они их даже разводят. Однако сейчас наша задача — получить доступ к сети. С зергами разберемся в другой раз. Договорились. Рейнар на связи. Звучит неплохо. Вперед! Звучит неплохо. Можно попробовать. Вперед. Так, тут в камере ничего не было. Звучит один неплохо. Один еще припрятался, чувак. Можно попробовать. Вот да. Так, кстати, а телепорт? Можно попробовать. Это просто открыть это двери, видимо, да, замок? Звучит неплохо. Никуда же он не телепортит. Можно попробовать. Да. Жаль. Можно попробовать. Я уже и забыл, что сказать. Открывает на дверь какую-то или что-то делает. Звучит неплохо. Вот да. Можно попробовать. Вперед. Можно попробовать. Вперед. Где-то двери еще открылись. Видимо, где-то здесь наверху. Звучит неплохо. Вот да. Можно попробовать. Вот да. Можно попробовать. Вот да. Звучит неплохо. Или всякие вот турельки, да. Ракетницы отключены. Звучит неплохо. Вперед. А-а-а-а. Можно попробовать. Вот да. Вперед. Можно попробовать. Да давай, иди уже лучше вперед, а не, раз... а не говори об этом. Звучит неплохо. Можно попробовать. Вперед. Просто можно бесконечно туннельки. Вот да. Можно попробовать. Звучит неплохо. Можно попробовать. Опа. Сержант Стервятник. Видимо, захватить его нельзя было. Жаль. Уже бегу. Естественно. Уже бегу. Нет, никого. Не вопрос. Жаль. Рейнар на связи. О, да. Можно попробовать. Я всегда готов. Ну какой ты молодец, готовенький, а? Можно попробовать. Вперед. Звучит неплохо. Вот да. Вперед. На объекте посторонние. Вот да. Да ладно, посторонние, свои. Гори синим пламенем. Не вопрос. Рейнар, где тебя забыли? Рейнар на связи. Звучит. Пошли, неплохо. Чувак. Можно попробовать. Вперед. Можно попробовать. Нужно попробовать, я бы сказал. Нужно. Вот да. Звучит неплохо. Вот да. Интересно, вот эта ракетница, сколько у нее ХП, что она так быстро расходится? Вперед. Звучит неплохо. Я, конечно, понимаю, что огнеметчики хороши. Вот очень. Да.
Ах, потеряли бойца одного. Звучит неплохо. Жаль. О, да. Звучит неплохо. Вперед. Можно попробовать. Вперед. Убьем всех. Круто. 50 хп, понятно, понты. Вот, собственно, и все. Данными разжились, соответственно, сейчас, по идее, должны дать новые типы вооружения. Ну вот, я посмотрю в следующей серии. С вами был Дегол, всем удачи, всем пока.